В Южно-Сахалинске произошло шокирующее ДТП. Сам момент аварии с машиной прыгуном попал на одну из камер видеонаблюдения. На этих кадрах видно, как Тойоту на большой скорости занесло, и она врезалась в припаркованный грузовик и еще одну иномарку. От удара Тойота буквально подскочила и опрокинулась на грузовик, при этом проломив боковую часть кузова. Хоть пострадали три машины, к счастью, серьезно раненых среди людей нет. Хотя доставать их из кузова грузовика пришлось сотрудникам МЧС. Припаркованных авто людей на момент столкновения не было. А вот в салоне автомобиля прыгуна находилось два человека. Они, водитель и пассажир, отделались легкими травмами.